Привет всем, и с вами канал Кирилл Пес. И сегодня я снова продолжаю рубрику Mail Time, 29 выпуск. Сегодня мне пришло письмо, на котором даже не написана моя улица. Кажется, почта запомнила меня. Ну и давайте же перейдем к самому письму. Сегодняшнее письмо пришло от Киры Носовой из города Нарьян-Мар. И давайте же его откроем. Вот все, что было внутри конверта, и давайте же все рассмотрим. Привет, Кирилл Пес. Меня зовут Кира, и я с канала Кира Няша. Твои видео очень классные, именно твой канал дал мне идею снимать ЛПС. И желаю тебе 77 миллионов подписчиков. Немного вопросов. Первое. Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Второе. Сколько у тебя друзей? В интернете я общаюсь и дружу со многими, но в жизни друзей у меня не так уж и много. Третье. Сколько у тебя ЛПС? У меня 77 ЛПС. А также 4 подделки. Ну, на этом все, пока. На этом письмо подошло к концу, и давайте же рассмотрим все остальное. На этом наш выпуск подходит к концу. Кира, большое тебе спасибо за то, что отправила мне письмо. Оно мне очень понравилось. Если вы тоже хотите поучаствовать в этой рубрике и отправить мне письмо или посылку, то мой адрес вы можете узнать у меня в любой соцсети, указанных в описании, или же в WhatsApp. С вами была Кирилл Пес. До встречи в новых видео!